Эй, все в порядке? Полюбуйся, Ви, это твое будущее. Итог любого нетранера. Корпоративный лед, выжженные мозги, финита. Он вроде еще дышит. Пара секунд. Погоди, я не... Проснись! Дай мне минутку. Не знаю, давно ли я тут, но, как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Тебе повезло. Тут наверху ресторан. Да знаю я. Эти запахи. Просто пытка. Так ты был в сознании? Частично. Скорее, в глубокой гипернации. Я тут заглянула в твои сообщения. Похоже, Спектрал Кит был прав. Ну, короче, я все-таки застрял. А он ведь, если узнает, просто плешь мне проезд. Ты поэтому не стал просить его о помощи? Самолюбие не позволило? При чем тут самолюбие? Я застрял в подсети, только до лампочек и смог дотянуться. Что корпораты прячут в этом ящике? Хочешь проверить? Вы, молодые, много вопросов задаете. Пожалуй, лезть в него и правда не стоит. А ты быстро учишься. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал? Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спасла? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю. Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой.
Куда это? У нас вход платный. Какого отдыха? Я вообще-то пришла вам аппаратуру чинить. Сабвуферы у вас барахлят. Тебя нет в списке. Не, ну если хочешь, можешь позвонить начальнику и уточнить. Но счетчик я уже включаю. Так что время – деньги. Ладно, хрен с тобой. Заходи. Ну, Тио Карлос хочет увидеть тебя голенькую. Себе поковыряй. Ты же меня отпустишь, да? Да уж. Мальчишники всегда зло. Yeah.
Получил файлы из Дики Твистер. Возрадуемся же вместе, ибо заказ выполнен, а тебя ждет заслуженное вознаграждение. Аминь. Кочевники пытались вести дела в моем районе. А Валентино решили им объяснить, кто тут на самом деле. И главное, кочевники пришли ко мне. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Ты поможешь им свести счеты, дитя мое. Я переслал подробности. Enjoying the weather. Average temperatures this month in that city have remained within human safety levels.
Mira, creo que tenemos compañía. Зачем вам эта тачка? Любим корпоративные штучки. А если серьезно? Кто у нас границу охраняет? Ну, Милитех. А теперь сложи 2 и 2. Не понимаю, ты о чем думал? Один пошел на встречу с Валентино. Я был не один. Так что случилось? Эти уроды устроили нам ловушку. Вот что случилось. Долбаная Валентина. А ты от них не ожидал? Короче, похуй. Я сматываюсь. Посмотрел, блядь, город.
Слушай, у меня тут корпорат в большой беде. Заболел, оказался в инвалидной коляске, а теперь хочет получить от начальника свою компенсацию. Поэтому он и обратился ко мне. Что скажешь? Мы же его не бросим. Я там кинул письмо, прочитай. Тебя прислал Эль-Капитан? Да, я Ви. Минутку, пожалуйста. Сейчас. Я мигом. Вот это у тебя машинерия. Чего? Микро-76 от Кендачи с дополнительным охлаждением. А, да. И еще второй процессор и доработанная системная шина. Вижу, камеры в мотеле ты взломал. Небось, не только их, а всю систему. Да. Угу. Ладно. За тобой вроде нет хвоста. А, извини, не представился. Я Педро. За мной никого нет. За тобой никто не следит. Это точно. Откуда такая уверенность? Если бы у Зататеха были подозрения, ты был бы уже мертв. Они тебя даже не замечают. Слишком ты для них мелкий. Если что, еще не поздно соскочить. Ты ж дрожишь, как раздолбанная выхлопная труба. Может, не стоит за это дело браться? Нет, у меня уже все спланировано. Элькап сказал, ты планируешь дело и нужна помощь. Угу. Я хочу позаимствовать у компании грузовик. Хочешь ограбить своего работодателя? Ну, да. Можно потише, а? Если нужна моя помощь, докажи, что тебе можно доверять. Как? Скажи, я сделаю. Всегда сохраняй холодный рассудок, даже если у тебя загривок дымится. Понял меня? Угу. По сути, ты объявляешь войну мегакорпорации. Ты готов к последствиям? Хм. Они этого так не оставят. Я знаю. Ну ладно. Какой план? А, это план. В общем, я так пока придумал. Наша цель — автоматический грузовик Зета-Теха, который везет движки для Ави. Его маршрут ежедневно меняют случайным образом. И как мы его вычислим? Я разобрал код рандомизатора. Знаю, как он работает. То есть ты можешь предсказать маршрут. Дальше что? Я остановлю грузовик и ломану его систему. А я тебе зачем? Ты будешь ждать в засаде. Запрыгнешь в грузовик и угонишь. Я все подскажу. Что на нем? Китайский ледокол. Должен пробить брешь в защите Зета-Теха. Без этой штуки мы наш, их, грузовик не взломаем. А нахрена тебе вообще эти движки? Они небольшие, их легко толкнуть, а стоят сотни тысяч. Для этих шишек жалкие гроши. А для меня шанс изменить жизнь. Где мне ждать грузовик? Точка рядом с кафе Кенмор, у входа. В ближайшие несколько дней грузовик будет проезжать там около 5 вечера. Когда будешь там, я позвоню. Педро, я скажу, что думаю. Ты явно человек мирный. Зачем тебе это? Давай не будем. Выкладывай. Не люблю секреты. У меня склероз. Ладно, я в деле. Скоро с тобой свяжусь. Спасибо. Запомни. Перекресток перед кафе Кенмор. 17:00. Не опаздывай. Thank you.
Я знаю. Окей. Следи за перекрестком. Бегом к грузовику! Давай! Я внутри. Вставь чип. Там справа от руля. Готово. Твою мать! Педро, что такое? Сейчас. Сейчас. Порядок. Все, можно ехать. Я поведу. А мне что, типа, сидеть в окно пялиться? В оба смотри. Ублюдки явятся в любой момент. Тихо, Педро. Я знаю. Окей. Следи за перекрестком. Бегом к грузовику! Давай!
Я внутри. Вставь чип. Там справа от руля. Готово. Твою мать! Педро, что такое? Сейчас. Порядок. Все, можно ехать. Я поведу. А мне что, типа, сидеть в окно пялиться? В оба смотри, ублюдки явятся в любой момент. Мерда! Тихо, Педро. Справишься? Садись за руль. Принято. Можешь не благодарить. Ну что, порядок? Да. Да. Обошлось. Давай, иди. Не останавливайся. Ладно. Сработало! Охренеть! Удачи тебе. Спасибо огромное. Пока мы тут болтаем, Зототех нас вычислит. И уже не в первый раз. Твоя правда. Отбой. Да, пока. Очень хорошо, Ви. Не знаю, как Педро, но я от твоей работы в восторге. Мораль проста. Расставляй приоритеты правильно, и всегда будешь в выигрыше. Закрываю заказ. Yeah.
Мне надо, чтобы ты забрала кое-что очень редкое. Скандиевые стержни. Они попали к наркоману, который не знает их настоящей цены. Я не переживу, если с ними что-то случится. Прочти мое письмо и вперед. Ты не слышу, а? Я тебя спрашиваю. Reserva el derecho a disparar sin previo aviso.
В Найт-Сити тоже существует равновесие. Без него мы бы тут давно все перегрызлись. Корпораты, банды, наемники, все. Фиксеры как раз нужны, чтобы его обеспечивать. Когда одна сторона становится слишком сильной, мы незаметно помогаем другой. Получается, благодаря равновесию у нас всегда есть работа. Хотя я что-то заболталась. Это к тому, что пора слегка вмешаться. Посмотри мое письмо. ¡Ey, ten cuidado! Я все получила, спасибо. Продолжай в том же духе, и улицы запомнят твое имя. Thank you.
Мне нужен человек для тихой работы. Требуется оставить жучки на хорошо охраняемой территории. Подробности в письме. Может, купить новую руку? Thank you.